Боюсь, что работает, то и правильно. Венецианская самая древняя школа фехтования в Европе, и она как бы оказала на французскую школу фехтования, на итальянскую школу фехтования, на испанскую школу фехтования неизгладимый след венециан. То есть вы немецкие движения увидите во всех школах фехтования. У немцев первая их особенность — это тяготение к работе сверху. Есть. Позиция. Идет удар. Я его парирую и использую прямую. Это называется замок. Когда вы заменяете противника в замок. Я говорю, смотри, тут все свободно, бей. И ты, конечно же, бьешь. Видишь? И ты, конечно же, бьешь. И сразу же попадаешь куда? В неприятную позицию. То есть немец двумя руками будет отражать атаку, после этого двигаться на противника и атаковать его. Вход в атаку замок. Это характерно для немецкой школы фехтования. Оттуда эти приемы перекочевали в итальянскую школу фехтования. Когда мы будем говорить итальянская школа фехтования, мы сосредоточим свое внимание на Болонской школе и поработаем сегодня с Болонской школой фехтования. Смотрите, для того, чтобы меня атаковать, ему нужно либо размахнуться, отсюда будет этот же вкручивающийся удар рукой, либо развернуться. Пока он будет разворачиваться, я буду бить. Да, я с ним с противником вот так, сейчас он делает выход, я делаю, и тут же его отрываю. И он даже себя будет принимать, вот это болонский метод, точнее, инициация, который пришел в болонский. Испанская школа фехтования, и, как и немцы, испанцы используют два клинка. Итальянцы тоже используют, но это все вот эта линия. Дестреза, она многогранна и длинна в изучении. Идет удар. Называется принцип прямой линии. То есть парировали, сделали выпад. Смотри, внимание, я взял бы восьмерку, вот я выхожу в удар. Но что такое восьмерка? Я как бы прокатываю шпагу по шпаге. А французская школа фехтования — это такая штука, которая формируется из трех векторов. Из немецкой школы фехтования, из испанской школы фехтования и из венецианской школы фехтования. То есть это сплав трех как бы школ. Но сплав этот очень примитивный. То есть французская школа фехтования — это школа финта, то есть по сути своей школа коронных приемов. Удар, движение вот это вот на клинке. Так как клинок здесь входит абсолютно свободно. То есть короткое движение. Оп, идет атака. Оп. И удар в ногу. То есть это немецкая техника бить по ногам, но французы ее отлично приспособили для себя, для навстречу. Движение, и сразу выставляется. Бьют в ногу, бьют в ногу. Для того, чтобы противника что? Ранить. И для того, чтобы его убить. То есть испанцы бы просто убили. А французы нет. Паша лежала и думала. Он не прав. Что Бог на моей стороне, с нами Бог. Да. Вот это для француза очень важно. Ибо ты сказал: Господь, оплот мой, Всевышнего сделал ты обителью свою, не случится с тобою беды,
и бедствие не приблизится к шатру твоему, потому что ангелом своим он заповедует о тебе, хранит тебя на всех путях твоих. На руках они понесут тебя, чтобы не споткнулась о камень нога твоя, на аспида и василиска наступишь ты, топтать будешь льва и дракона, ибо он возлюбил меня, и я избавлю его и укреплю его, ибо он узнал имя мое.